Вертикальный беспроводной пылесос с тремя режимами работы. В этом видео мы распакуем беспроводной пылесос BCH86HYG1 производства Bosch. Рассмотрим его подробнее. Помимо пылесоса в коробке лежит щетка для пола и ковров, зарядные устройства и документация. Это вертикальная беспроводная модель высотой 1 метр 16 сантиметров. Весит прибор чуть больше 3 килограммов. Пылесос стоит вертикально без дополнительных приспособлений. Его можно разместить в углу комнаты или в шкафу. Сверху расположена ручка с покрытием Soft Touch и переключатель режимов работы. Ниже контейнер для пыли, индикатор очистки фильтра и индикатор уровня заряда. Сзади находится разъем для зарядного устройства и воздуховыпускные отверстия. Пылесос имеет электрощетку с вращающимся валиком, которая подходит для всех типов напольных покрытий, в том числе ковров. У прибора три режима работы. Первый – для повседневной уборки с низким уровнем шума и с выключенной электрощеткой. Второй – для тщательной уборки с включенной электрощеткой. Третий – для уборки на максимальной мощности. В этом режиме прибор работает не более 10 минут. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 60 минут автономной работы в стандартном режиме. На полную зарядку прибору потребуется 6 часов. Отметим, что у данного пылесоса тройная система фильтрации, которая удерживает 99% частиц пыли, обеспечивая чистый воздух на выходе. Объем контейнера для мусора 900 мл. Этого хватит для уборки двухкомнатной квартиры. Контейнер для пыли легко отсоединяется и очищается без контакта с мусором. Подведем итог. Пылесос Bosch подойдет тем, кто ищет вертикальную беспроводную модель для уборки напольных покрытий. У него три режима работы, вращающаяся турбощетка, тройная система фильтрации и быстрая очистка контейнера. Индикаторы на корпусе подскажут, когда нужно очистить фильтр и зарядить прибор.